В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений ведомств доложили об обстановке в Люберцах и поселках. За прошедшую неделю в полицию поступило 1600 обращений, возбуждено 31 уголовное дело, раскрыто 27. На территории Люберец произошло 3 пожара. Всего же подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 45 раз выезжало по сигналу тревоги. В единую диспетчерскую службу поступило больше 11 тысяч обращений. 38 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 16 по вопросам экологии, 6 обращений связано с благоустройством территории, 4 с работой уличного освещения, 3 с охраной общественного порядка. В ежедневном режиме продолжается дезинфекция подъездов и мест общего пользования. Кнопки домофонов, вызова лифта, дверные ручки и перила обрабатывают дезраствором. Это помогает сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Обстановка в городском округе Люберцком на текущий момент: заболевших 3037 человек, госпитализированных в стационарах 312, на домашнем лечении находится 867 человек, выписанные или находятся на долечении дома 1660 человек. Коммунальные службы устраняли последствия снегопада. С территории городского округа вывезено около 400 кубометров снега. Сотни километров автомобильных дорог и тротуаров обработаны песчано-соляной смесью и реагентами. С приходом календарной зимы глава городского округа Владимир Ружицкий поручил усилить контроль по содержанию улично-дорожной сети в оптимальном состоянии. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.